Братва, с добрым утром! Здорово, молодые, перспективные. Все, у нас презентация новой главы, правильно? Угу. Смотрим. Ну это же Векна. Это Векна. Векна? Это Векна. Ну, Векна. Да. Какого дьявола он забил в ДНД? Лучше б тебе не знать. Так, что по поводу убийцы? Где моя Векна? Векна, it's here. Лич. Мало кто осмеливается назвать истинное имя Лича из страха, что тот может услышать и створить зло. Дай момент, Мор, посмотрим сразу. Ладно, окей, у него внутри книга, короче. Ну вот три его перка, скорее всего, да. Темное высокомерие. Увеличивает длительность вашего ослепления любыми средствами, оглушениями, досками на 25%. Увеличивает скорость обычного прыжка на 16%. Окей. Второй перк. Безжизненное касание. Ваша кошмарная аура давит на голову и создает пугающие образы, которые изматывают жертв. Когда выживший оказывается в вашем радиусе террора и испугивает ворону, на него накладывается эффект усталость на 36 секунд. Связь с плетением. Когда у предмета выжившего впервые заканчивается заряда, выживший выбрасывает его. Вы можете видеть ауру брошенных предметов. Вы также видите ауры выживших в радиусе 8 метров от брошенных предметов, ауры которых вы видели. Когда выживший подбирает предмет выжившего, на него действует забывчивость в течение 20 секунд. А Эстри Язар. Окей, давай перки зачтем. Вдохновение Барда. Нажмите кнопку способности 1, стоя неподвижно, чтобы начать выступление. Оно длится до 15 секунд и усиливает выживших в радиусе 16 метров. Бросьте кубик D20. Эффект сохраняется на срок до 60 секунд после завершения выступления. Вы кричите, но ничего не происходит. С 2 до 10 проверка реакции дает плюс 1% к прогрессу. 1.19 проверки реакции дают плюс 2 к прогрессу. 20 проверки реакции дают плюс 3 к прогрессу. Замри и увидишь. Навык активируется, если стоять на одном месте 4 секунды. Вы видите ауру убийцы всех генераторов и сундуков в радиусе 18 метров. Зеркальная иллюзия. Навык активируется, когда вы заканчиваете чинить генератор. Нажмите кнопку способности 2, стоя рядом с генератором, тотемом, сундуком или воротами, чтобы создать неподвижную иллюзию на 50 секунд. Чего, блять? Иллюзию создать? Короче, это ты, а это, блядь, иллюзия же будет, или что, я хз. Ладно. Ну, перки тоже за суру протестируем. Мистер Лич. Давайте сначала по карте пройдемся. По подземному комплексу. Графон освещения как будто новое. Сразу вам говорю. Таких освещений в ДБД не было никогда. Вот на новом движке они начали применять сразу. Да, да, это чувствуется. Чувствуется новый движочек. Карта. Ну, карта такая. Побегать можно. Слушай, ну карта такая прикольная. Чувствуется реально подземка какая-то. Опаньки, вот и сундучки. Опа, блядь, ну это вообще какая-то подземелье. Красиво. Поломка палет, бомба. Посмотрим, что снаружи. Подземный комплекс нам понятен. Давай посмотрим. Блядь, слушай, здесь прям тут нормально. Карта большая достаточно, лачуга. Музыка прикольная такая. Ну карта большая. Учитывая этот подземный комплекс еще, да, там располагается три генератора, чтобы вы понимали. То есть какой-то небольшой треугольник, возможно, там может быть. Окей, по карте понятно. Оп. Полетели, полетели, полетели. Управляется достаточно неплохо. Есть небольшой кулдаун такой. Управляется неплохо. И такой бэм. Дал. Так, ничего имбового на самом деле пока сверх имбового я здесь не вижу. Смотри, вот эти штучки, да? Вверх-вниз они не работают. Они работают только по горизонтали. Все, вертикали отсутствуют. Ты не можешь как сферу ей руководить. Это такое себе. Дистанция этой штуки 30 метров. Все. То есть дальше ты не нанесешь хит. Дальше. Это у нас сфера. Блять, ну выглядит красиво. И пошла подсвечивать. И пошла по карте подсвечивать сфера. Это будет круто использовать на гены. Контроль генов, смотреть там и тому подобное. Вставай в палетку. Я сейчас палетку заблокирую. А ты ее попробуй скинуть. Пробуй. Все, ну сейчас можешь, понятно. Ну
ну это где-то 2-3 секундочки. 3 секундочки он держит палетку. Надеюсь, есть аддон, который увеличит. Вот это, наверное, самая... Это вот самая крутая билка у него будет, это придерживание палет. Ну, в принципе, все посмотрели. Все это круто, все это выглядит интересно. Но, опять же, не знаю, конечно, что там аддоны. Там аддоны, может, сильно бафают. Но по дефолту, это не имба. Как сейчас вот выглядит Векна, это вообще не имба. Так, сначала я просто стою. Я должен в радиусе 18 метров увидеть генераторы, маньяка, сундуки. Вот. А что так близко, что ли, только? Но на закрытых картах перк это, кстати, может выручать, показывать, где гены, где треугольники. Но только когда ты стоишь неподвижно. Вот именно, иногда, да, иногда меня подсвечивает. Вот, все, вот ты у меня светишь. Ля, красивый какой. Короче, еще один перк Сурва. Когда ты дочиниваешь генератор, ты сможешь ставить иллюзии. Во! Так, ты теперь меня видишь прям как настоящего? Ну, смотри, он то же самое, как я видел за Сурва. То есть, видно, что сидит человек, но он издалека? Иллюзион. А подальше отойди вот сюда вот. Отсюда ты тоже его будешь так видеть? Нет, отсюда уже как обычный. А на какой дистанции ты начинаешь видеть его как иллюзию? Вот так. А, ну то есть тебе в упор надо подойти. Ага, то есть чуть дальше он тебе уже показывается как обычный Сурв. Да. Все, понял. Подожди, пойду-ка я полутаюсь, попробую найти, выбить 20 вот в этих сундуках. А, так они максимально быстро. А, они чуваки, они быстро. Обыскать сундук с сокровищем. Перчатки Архивириуса. Вы видите сферу рассеивания. Но здесь перчатка мне выпала. Ну, попробуй пустить сферу. По идее, так я ее видеть не должен. Но теперь я взял перчатки и попробую пустить сферу. Да, и ты эту сферу видишь. С перчатками ты ее видишь. Пусти черепки в меня. Я их должен видеть, по идее, даже находясь за текстурой. То есть я вот бегаю, ты такая хоп, и меня решила черепки такая заюзать. Я такой хоп, такой стою. Оп, да. Аура черепки подсвечивается серым. Типа да. Давайте 20 выпало! Око Векны. При успешном выходе из шкафчика лич не может заметить вас, и вы получаете спешку на время действия эффекта. Подожди, ты хочешь сказать, при успешном выходе из шкафчика... Короче, иди сюда, зайди сюда. Ты меня типа не можешь заметить. Ты меня что, видеть не будешь, хочешь сказать? Подожди. Как ты смеешь? Ты сейчас меня видишь? Нет, а сейчас нет. До свидания, блядь, я уже съебался. Плюс пешка еще и в люк ушел. О, боги, вы серьезно? Ну что, глаз Векны в студию всем. Я думаю, все будут охотиться за глазом Векны. О, один. Еба, меня жрет. Получил. Это единица. Короче, единица вот эту херню дает, я понял. Ну все, выходим. Что по аддонам? Давай чекать. Радужный меч Касса. Если раненый выживший входит в сферу рассеивания, он кричит и получает ослабление на 60 секунд. Уменьшает количество призраков, создаваемых проклятыми душами на 3, и заставляет их лететь ближе к земле. Радужная книга гнусной тьмы. Использование заклинания полет для прохождения любого из мест для прыжка блокирует его для выживших на 60 секунд. Использование заклинания волшебная рука на упавших досках ломает их за 2,5 секунды. За 2,5 секунды ломает. Давай тоже проверим. 2 радужных аддона. Я понял, что единицу выбивать не нужно. Да, заблокировалось. Ага. А, нет, попал. Вот, вот сейчас, они, да. Вот, да, они, короче, со временем летят вниз. А, сейчас давай я сферу на тебя накину. На тебе сейчас должен значок ослабления быть. Окно так долго закрыто, кстати. Да. Ты 60 секунд не можешь лечиться. Окей. Скидывай теперь палетку. Ты такая бежишь, скинула, блядь. Я такой хоп. Оба. Хоп такой, хоп. И 2,5 секунды ломается. Долго. Жду. Ты уже давно убежал. Ну все. Окей. Как будто бы, знаешь что, вот поиграв немножко, да, за него, как будто бы ощущение чего-то интересного, но в голове ты понимаешь, что
это слабо. Это интересно, но это слабо. Ты понимаешь, что нет ни одного инструмента, закрывающего Сурву красиво. Возможность нанести хит через палету нет. И не надо мне говорить про эти черепки, которые банально контрятся приседанием. Не надо. А с красным аддоном ты будешь играть раз в 100 игр. Все, весь ман получился. Интересный, но слабый. Но за Сурвов огонь. Вот эти вот всякие штучки-дрючки. Кто впервые на канале, подписывайся. Ну а со всеми остальными зрителями увидимся завтра. Давайте, всем спасибо, кто был на стриме. Спасибо за вашу поддержку, за лайки. Лучшие, кто сегодня поддержал донатом, те вообще кулачок пятюню, ты красавец. Всех обнял, всем чао, бабе.